Да, обе команды хорошо играли, конечно. Конечно, хорошо, что в третьем периоде там гол забили сразу сначала. Ну, такая игра, что мы думали, да, вот любая команда могла. И мы не могли выиграть, так что очень ровные такие команды и бьются, и отдаются. Так что поэтому еще нужно сейчас следующую игру выиграть. Да. Я думаю, это был очень важный гол. После этого мы знали, что нужно в защите хорошо сыграть, но в то же время они начинают больше шансов брать. Так что, нет, это, конечно, большой гол. Две хорошие команды, поэтому нет такого, что одна лучше другой. Кто лучше играет, тот день, тот и выиграет. Ну, я думаю, в самом начале они, конечно, побежали прилично, и с насаженной было чуть потяжелее выходить. Я думаю, когда мы возвращаемся назад и друг другу помогаем, и из своей зоны почище выходим, наша игра становится быстрее, и шайбы больше играем, и это все нам только в силу. Так что поэтому вначале, может, мы не так хорошо это делали, но постепенно мы вернулись к своей игре и своей зоны почище выходили. И это очень важно сейчас. Thank you.